Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня у нас будет видосик, посвященный Мазингу. Разговорный видос, сразу говорю. Итак, чуваки, хочу напомнить, что конкурс уже скоро итоги. Как бы я это видео снимаю 27 числа, если что. А итоги уже 30, то есть в среду получается. Будет итоги конкурса, поэтому кто еще не участвует, участвуйте. Ссылку на конкурс я оставлю в описании. Да и вообще подписывайтесь на группу, здесь интересные постики и мастики, иногда выходят видосы. Ну и так далее. Поэтому ссылка тоже на группу в описании. Подписывайтесь и участвуйте в конкурсе. Так, речь пойдет о группе модпакера Мазинг РП. Тоже ссылка на группу будет в описании. Подписывайтесь, кому там интересно. Уже почти 700 человек подписаны. И все следят за новостями. Итак, давайте начнем с того, что... Я не помню, я вот эту бэху вам показывал или нет. По-моему, или показывал, или не показывал. Ну, короче, это BMW, я так понял, M5 F90. Ну, скорее всего, E60 останется, BMW 5 и 60 останется, а эту на другую модельку поставят. Ну, прикольная, короче, но что-то она такая завышенная немножко. Ее бы опустить, было бы шикарно. Но так все замечательно. Сегодня будет мало новостей, поэтому видос будет не длинный. Итак, хочу вас попросить, пацаны, кому не трудно, поставьте на аватарку, короче, вот аватарка, короче, группы, поставьте лайк. Потому что модпакер тут писал, короче... Сейчас. Так, сделали группе, ну, 100 лайков на аватарке в группе. Посмотрим новый винил на автомобиль. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, чтобы винил быстрее уже вышел. Было бы круто, потому что я сам хочу посмотреть винил. Не знаю, какой винил будет, может быть, на бэху. Ну, скорее всего, наверное, на бэху. Я бы хотел на бэху уже посмотреть третий винил, хочу посмотреть. Как бы, поэтому, да. Ну, тут разные постики выходят, но... Выходят постики, короче... Итак, вот постик, я кидал, я не помню, по-моему, под каким я постом кидал. Сейчас гляну. Не помню, честно, под каким. По-моему, нет, не под этим. По-моему, где-то вот здесь я кидал. А вот, чтобы вернули BMW X5, обычную, вот такую вот, как у меня на Мазинге, 7-м сервере, если что. Вот такую вот бэху, чтобы вернули. Потому что, ну, X5, ну, херня полная. Вот, вот, вон X5, короче, стоит. Но мне он не нравится, честно, мне он не нравится. Мне больше нравится обычный X5. Как бы, поэтому я просил, чтобы вернули. И вот, я так понял, он эту модельку делает или сделал. Вот, короче, скриншотик. Вот такой вот, это X5. Я просил его, чтобы вернули. И, видимо, модпакер ко мне прислушался. Моделька, не знаю, чем отличается от предыдущей, в принципе. Но, вроде бы, такая самая. Может быть, что-то изменено. И сразу я заметил то, что будет, видите, портфельчик. Не обычный портфельчик будет, а вот такой вот будет. Nike портфельчик, я так понял. Но это довольно-таки прикольно, что портфельчики изменятся. Да вроде это скин тоже какой-то левый или нет. Там кто-то сидит, я не знаю кто. Там скин не видно. Ну блин, видите, круто, что он прислушивается, модпакер. Вы тоже можете свои идеи в комментариях там писать, кидать скриншоты. И, возможно, он к вашей идее тоже прислушается и так далее. Итак, вот такой вот X5. Обычный, я кузов не помню какой-то. Честно, не буду даже думать. Я не помню, какой этот кузов. 53-й вроде. Или нет, я не помню, короче. Ну, прикольно, что вот портфельчики. Видите, он спалил то, что портфельчик он изменил в модпаке. И так далее. Но это не все, пацаны. Вот еще. Скидывать актуальные баги по модпаку сюда. То есть, какой модпак сейчас на сайте Мазинга, то есть новый. Я на старом играю, мне вообще... Я не буду ничего тут писать. Вы можете писать. Чем больше активности будет, тем быстрее он выйдет. Поэтому, пацаны, активно, короче, следим за группой, там, пишем свои идеи. И, возможно, модпак уже выйдет даже, ну, возможно, в конце июня даже выйдет модпак. Возможно, не обещаю, пацаны, это не от меня зависит, я просто предположил. Возможно, в конце июня выйдет модпак. Но это будет круто, если в конце июня он выйдет. Вот желательно, чтобы он вышел летом. Либо в июне в конце, либо в июле хотя бы. В начале июля. Потому что хочется летом поиграть на новом модпаке уже. Поэтому, пацаны, повторюсь, ссылочки все в описании. Подписывайтесь, следите, пишите идеи. Там, кто знает по модпаку баги, то пишите тоже там. Он прислушается, профиксит все. Вот такие вот дела. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, пацаны. И всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked
often then I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.